Всем привет! Вы на канале Сталевар, и сегодня мы начинаем новое путешествие. Посмотрим, как чувствуют себя чартерные компании в постковидное время. Отправимся на юг, на море, и посмотрим, как чувствует себя небольшая датская чартерная компания JetTime. Как всегда, финский Хельсинский аэропорт. Народу много, лето, все собираются в отпуск. Мы тоже. Увидимся на борту, посмотрим, как там, какие услуги. Так, вот наш самолет. 17-летний Boeing 737-800, авиакомпания JetTime. Только что прилетел из Осло и улетит с нами на остров Зеркиндис, столицу острова. Классический Boeing. Небольшой обзор места. Ну, шаг кресел в упор, но, в принципе, сидеть удобно, не упираешься при 182 сантиметрах. Почему-то отсутствует кармашек. Старый тип кресла. Обычные старые. Инструкция. Видно, что самолет не новый. Панели над головой старого типа. Острова Зеркиндис. К сожалению, стекло очень грязное и царапанное. Thank you.
спасибо JetTime. Итак, пора возвращаться домой. Продолжаем путешествие. Это уже чистая зона аэропорта Закинтос. Новый аэропорт, он относительно то ли в нулевые, то ли в десятые построен. Чистая зона. Здесь второй этаж. Аэропорт по интересной схеме сделан. Здесь нет рукавов. Все выходы в ряд через автобус на пандус. И вон там самолеты готовы к взлету. На втором этаже чистая зона и выход вовне Евросоюза, в том числе спуск вниз, там duty free. Boeing 737-800. Так, рейсы туда-сюда на Закинтос прошли успешно. Чартерная авиакомпания JetTime оказалась неплохой. И самолеты, в принципе, в нормальном состоянии. Можно пользоваться. Главное, что прямые рейсы, поэтому удобно. Так что увидимся в новых роликах. Я снимал кучу взлетов и посадок. Скоро будет видео про планспоттинг в аэропорту Закинтос. Это круто. Увидимся в новом видео про планспоттинг. И скоро будет новый суперролик про классный полет. Ожидайте. Оставайтесь со мной на канале Столивар. Подписывайтесь. Прожимайте колокольчик. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Спасибо, что были со мной. Увидимся. Пока.